Данные у Lamborghini VT 6.0 имеют достаточно маленький пробег 7497 км. Двигатель V12 имел объем 6 литров, выдавал мощность в 550 лошадиных сил, крутящий момент равен 620 ньютон-метров. Максимальная скорость 330 км в час. От 0 до сотни автомобиль разгонялся за 3,9 секунды. Расход топлива был равен почти 25 литрам на 100 км. Этот Lamborghini Diablo VT 6.0, зарегистрированный в мае 2000 года компанией Automobile Lamborghini, служил демонстратором компании для журналистов, клиентов и во время рекламных тест-драйвов. Валентино Бальбони, главный тест-пилот Lamborghini, имел честь продемонстрировать его возможности. Автомобиль окрашен в цвет Grigio Antara, светло-серый металлик, был обтянут кожей Grigio в тон с окантовкой Nero Persos и черной строчкой. Шасси 12408 прошло заводское обслуживание в сентябре 2000 года на пробеге 2745 км. Он оставался на заводе Lamborghini до 2003 года, когда был продан шведскому коллекционеру, который владел им 7 лет. Затем он перешел в руки французского коллекционера Николя Леруа Флерио, заядлого любителя спортивных гонок, который также хранил его в течение 7 лет. В 2018 году автомобиль приобрел итальянский коллекционер, а в 2020 году наш клиент приобрел его у частного европейского коллекционера. При покупке автомобиль получил новые шины за 2095 евро, а в 2022 году прошел обслуживание и мелкий ремонт в итальянской компании Berlinetta Motors, специализирующейся на спортивных автомобилях. В 2020 году Валентино Бальбони, легендарный заводской водитель-испытатель, осмотрел шасси 12408. Этот Diablo VT 6.0 является одним из 260 произведенных экземпляров, что дает уникальную возможность приобрести автомобиль, зарегистрированный и используемый Lamborghini в качестве демонстрационного образца для своих уважаемых клиентов. Такая возможность предоставляется редко. Автомобиль поставляется в комплекте с оригинальными документами, паспортом, гарантийным талоном, историей обслуживания, сумкой и инструментами.